Добрый день, дорогие друзья. Мы снова находимся в Минске. Мы здесь все чаще и чаще. Это не может не радовать, так как именно здесь, у компании Skyway System, находится ее сердце. Это конструкторское бюро. Сегодня мы провели очень большую работу. Наверное, с 10 часов утра, сейчас у нас примерно 7, мы снимали работу конструкторов. Мы снимали все конструкторские бюро, которые внутри находятся. Разговаривали с их руководителями, спрашивали про их опыт, в создании проектировки того, что они сейчас делают. Подговорили с Анатолием Эдуардовичем Юницким, он рассказал нам план работ ближайший, рассказал про то, что сделано сейчас. Ну, вкратце я вам освещу. Конструкторское бюро представляет из себя сейчас целых, даже можно сказать, не конструкторское бюро, это проектный институт, в составе которого есть 11 конструкторских бюро. Их подробная структура, кто на каких должностях, сколько там людей, под какие цели и задачи они работают, будут в дальнейших видео. Также Анатолий Эдуардович рассказал про третий этап, про то, что за этот этап будет сделано, про полигон, который в ближайшем времени начнет строительство в Литве. То есть очень-очень много информации, именно технической, так как нам уже есть что сказать. Мы перешли со стадии просто привлечения инвестирования на стадию выполнения того, для чего эти инвестиции привлекаются. Так что новости будем выдавать постепенно, их действительно очень много, там более 45 человек, это специалисты очень высокого класса, которые имеют колоссальный опыт, у некоторых более 20 лет в проектировке, создании подвижных составов, инфраструктуры, систем управления. Было рассказано столько всего, что к вечеру, мне кажется, что сам стал конструктором. Так что ждите новостей, будет очень интересно, и впереди у нас много работы. Всего доброго!